Меня зовут Хама Брут. По образованию богослов, по призванию экзорцист. Вот вы преступников ловите, а я призван в церковные ряды бороться с нечистью. Что вам от меня нужно? Вы должны подсобить мне. Разве вам нет интереса, что тут творится? На территории села Диканька и его окрестностях после наступления темноты объявляется особое положение. Знаете, я стал замечать, что мои видения не лгут. Речь идет о вашей безопасности. Нечистая сила беснуется, и сила ее удесятеряется. Миссия наша небезопасна. Она сильная ведьма. Если она позовет его, то он появится. Господи Иисусе, чтоб ему черт усы обжег!